Есть два способа. Военным объяснили, как обжаловать решение ВВК. Украинские военные могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Сделать это можно двумя способами – в досудебном порядке и через суд. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве отмечают, что лучше начинать оспаривать решение с досудебного порядка. Если это не решит проблему, тогда следует обращаться в суд. Обжалование решения ВВК. Алгоритм действий. Сначала нужно написать жалобу о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВВК. Также необходимо добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы и копию предыдущего решения ВВК. Их необходимо или самостоятельно принести в высшую ВВК, региональную ВВК, или отправить укрпочтой, ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения, в адрес соответствующей комиссии. По результатам рассмотрения жалобы военного могут направить на повторное или контрольное медицинское освидетельствование в ВВК. По результату прохождения предоставят новый вывод, постановление о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. Если решение не удовлетворяет, его можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии или в суде. Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства, но сделать это исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Со своей стороны суд вправе проверять законность постановления ВВК только в пределах соблюдения процедуры его принятия. Напомним, ранее мы объясняли, как военный может оспорить решение МСЭК медико-социальной экспертизы. Больше об алгоритме действий для прохождения МСЭК и какие документы нужны, в материале РБК Украина.